Привет, друзья, с вами Дог Браун, и мы... Вы не поверите, где мы все еще в особняке с призраками. А я сделал буквально день перерыва... Господи, эти двери меня доведут. Я буквально сделал один день перерыва от игры, и, если честно, я уже даже плохо помню, собственно, что да где, как говорится. Но зато у нас... Что у нас? Все пипец плохо. Все капец страшно, если честно. Блин, так, стоп, я уже теряюсь. Темнеет очень быстро, как обычно. Оу, так. Я даже не обратил внимания, у меня был ключ, или я так это открыл. Знаете, я просто... Просто зажгу. Благо, со спичками у нас проблем нету. Грёбаный этот кувшин. Я сделал перерыв от игры буквально один день. Один день. И это уже ощущается. Но я так чувствую, что я очень... Блин, там такие горгульи стоят. Это жесть. Я вообще никогда не понимал вот этот, как он, готический стиль или что это такое вообще? Кому взбрело в голову вот такое вот делать? Ну, в общем, все, ребята, труба. Все закрыто. Темнеет. Я вообще сейчас... А, вот тут ванна, стопудов ванна. В ванне есть спички. Пока что брать не будем. Блин, у меня по всему дому что-то есть. Я уже даже... Ага, так, отлично. У меня реально по всему дому что-то есть. Какие-то ништяки. Господи, статуи следят. Статуи тупо следят за мной. Все, я уже начинаю проникаться атмосферой. А 12 уже есть? Нет, еще нет 12. Именно поэтому еще более-менее тихо в доме. Так. Господи, где мой чай? Хочу посёрбать. И ничего не происходит, главное. Кстати, по поводу спичек, которые были в ванне. Твою мать! Ты, да? Ладно, это, блин. Что за бред? Ну серьезно. Кто-то нажал на пианино в пустой комнате. Ну, надо быть дураком, чтобы в это поверить. Звуки. Это просто ветер. И ничего не происходит. Абсолютно. Боже, темно. Кстати, слушайте. Знаете, у меня такая мысль возникла. Угу. Потому что, мало того, что я ничего не вижу, так я просто еще знаю, что YouTube режет все это дело, поэтому... Так, пока что ничего не происходит. А где-то... Так, это мы тут начали. Туда мне не надо. Тут ничего интересного. А... Батарейки, я просто что хочу, я хочу... Боже, мне уже все кажется, мне... Постоянно кажется, что что-то где-то блестит, что что-то где-то происходит, хотя на самом деле-то ничего не происходит. Тишина и покой, казалось бы, какого черта я ночью хожу по дому, лежи, спи, нет. Мы будем ночью... бродить.
по грёбаному дому. И смотри, телефон пропал. Я точно помню, что здесь стоял телефон, когда оно звонило, конечно же. Сейчас оно пропало. Батарейка сдохла. Мы возьмем сейчас здесь батарейки. Спичек тут вроде бы нигде нету. Я просто боюсь в последнее время что-то тратить батарейки, знаете. Учитывая, что происходило раньше. Так. Ну, пока что вроде как ничего такого страшного не происходит. Пошлите к клоуну проверим. Пока все хорошо. Серьезно. Все. Нафига я это сделал? Светлее не стало. Тихо! Твою мать! Так, свет. Гребаная кошка, а? Яблочко можно взять? Если нельзя. Блин! И оно тоже здесь. Слушайте, ну реально кошка. Ладно. Наверное, это признак, что я. Что мне сюда. Сиди, сволочь, сиди. Даже не думай. Дергаться. Даже не думай. Батарейки, да. Да. Надо запомнить, что тут у нас еще две пачки спичек. К этому страшно поворачиваться спиной, отвечаю. Телевизор. Да! Ебана мать, электричества же нету. Я просто зашел проверить, честно, нет, я больше не буду. Я больше не буду. Я больше не буду, честно. Обещаю. Нет, нет, не надо. Ебана мать. Я больше не буду. Я... Ё, блин, твою мать. Господи, что, ты разве не можешь мне просто оставлять ключики так, чтобы до усрачки меня не пугать? Господи, какой ужас. Пошли отсюда. Так, я постою. Знаете, что я не понимаю? Я не понимаю, почему я не могу взять этот канделябр и ходить тупо с ним по всему дому. Он единственное, что нормально освещает. Вот эти по одной свечечке, это все туфта. Господи, гребаный телевизор. Куда идти, куда идти, куда идти? А знаете что, мы сейчас пойдем. Блин, это я знаю, это их глаза скрипят. Я очень активно стал садить батарейки в этой серии.
все эти скрипы, это так накаляет. Боже, кошмар, за что мне все это? Блин, вы слышите все это? Ну это такой пипец. Так, батарейки взять. Батарейки начали подходить к своему, скажем так. Ну не то чтобы к концу, как бы. О, у меня еще здесь батарейки, надо запомнить. Надо реально запоминать, где есть батарейки. Я стараюсь очень с ними экономно обращаться. Поэтому они вроде бы пока что у меня есть. О, твою мать. Этот кувшин сведет меня с ума. Детская, блин. Ненавижу детские. Так. О, здесь есть батарейки, это хорошо. Давай выйдите сюда. Мы взяли ключ. У нас здесь мы были. Боже, сколько здесь комнат. Как я буду ориентироваться здесь через пару дней, я не знаю просто. Еще один ключ. Батарейки. Дофига батареек, меня это радует. Блин, а больше ничего здесь нету, нет? Свечка, канделябр, тратить спичку не хочу. Блин, везде эти выключатели, знаешь, ни хрена не работают. Все, ну когда ты, ублюдок, починишь здесь свет? Ну ты же здесь, мать твою, живешь. Фух. Так, давайте осмотримся. Здесь записка. Может быть, тут ключик какой-то есть. Пожалуйста, дайте ключ. Ладно, все. Мы этот день заканчиваем. Well, а. Это ты про вчера или это ты про воспоминания из прошлого? Что-то я не догнал это. День 10, ребята, мы уже почти полторы недели в этом проклятом доме. Это начинает страшно напрягать. И знаете что? Вообще, в идеале, конечно, я бы сидел бы себе здесь тише воды, тише травы. И вообще бы никуда бы не рыпался, но... Я, пожалуй, зажгу сразу. Господи, какие вы стрёмные. Ну, вроде бы... Блин, такое ощущение, что он сейчас тупо возьмет и схватит тебя, отвечаю. Вдохнуть полной грудью. Господи, кошмар. Эта игра меня доведет. Спичек дофига, я буду зажигать. Жги, док, жги. Оу, гребаная комната, кстати говоря. Все, тут закрыто, валит нафиг отсюда, подальше от этого клоуна, от этого комнаты с телевизором, к чертям, нафиг ее. Предыдущий день прошел относительно, даже я бы сказал, спокойно. Оу, здесь есть спички. Надо запоминать, надо... Надо все запоминать.
Кстати, у меня здесь вот до сих пор одна тупо закрытая комната. Я уже прошел настолько вглубь дома, а она до сих пор закрыта. Нет, я забыл, что это за кабинет. Давайте подождем, наверное, 12 в какой-то из... Я даже знаю, в какой комнате. А нет, это комната там, где клоуну. Поэтому мы подождем здесь. Что такое? Что такое? Ты будешь теперь еще тушить свечи мне? Сколько времени? Пошли посмотрим. Твою мать. Еще нет 12. Так. Не плевать, я зажгу еще раз. Так, чаек, ребята. Я сегодня сёр был, но уже я вообще что-то. А, какой ужас. Ты просто не хочу. Я бы реально, я бы взял вот эти стулья, подставил бы к двери и тупо ждал бы утра. Не плевать, когда бы утро наступило, я бы просто ждал. И что дальше? Тут, а тут горит, главное. Все спокойно. Это что ж это такое, а? Мечи аккуратненько убрались в сторону, как будто тут кто-то реально, я не знаю, приходит и делает уборку. Тишина и спокойствие, честно, аж до противного. Свет будет гореть, несмотря ни на что, батарейки. Мы остановились, кстати, здесь, четвертый этаж. Блин. Не понял, это ручка твоя, что так мигнула, или? Мне показалось, что здесь был ключ просто. Я хочу повыглядывать в окна. О, сожгись. Ни хрена не видно. Вообще. О боже. Чувак, я бы не отказался, чтобы ты дал мне сейчас подсказку, что делать, честно. А единственное, что мне остается идти вниз, собственно, на первый этаж, пожалуй. Ничего нету. Блин, я израсходовал батарею, что ли? Или что я нажал? Я буду везде искать, я буду смотреть, рыскать. Ну, 3-4, клоун.
на месте. Блин, да что такое? Телевизор. Sounds like water's running somewhere. Was it in the bathroom? Чё? Ты шутишь? Ладно. Так, тварь на месте. Ладно. Ванная? Как? А ванна на каком? Где-то на втором или на каком-то там n-ном этаже. Как ты ее услышал? Так, это самое. Я бы попросил. Оба. Ясно? Ага. Вот так вот. Это я не буду зажигать. Значит, спички тратить. Так, здравствуйте. А вот и ванна. Да нет, нифига. За что? Я типа псыка, я тоже так умею. Там еще комната была, я думаю, это вот верха все-таки. А, жесть. Так, тут открыто. Закрыто. Просто жесть, блин, такого, так детского нет, такого я не ожидал. Ключ есть. Никого нет? Фух, тут никого нет, замечательно. Тут есть батарейки. Я даже возьму, несмотря на то, что я взял. Твою налево, да что же это за звуки? Такое ощущение, что вам кто-то шкафы совает. Перезарядка. Ну, в смысле, сменили батарейки. Здесь мы были. Здесь мы были. Тут только что отсюда. Фух, показалось. Здесь детская. Здесь девчачья. Уходим. Каким психом надо было быть, чтобы приехать жить в этот дом? Одному. Гребаному одному. К тому же наш герой, сука, совсем не шарит в электричестве, поэтому мы с вами тут ходим в абсолютных потемках, надеясь на свечки, которые периодически тухнут тогда, когда им хочется так. Тут же вроде что-то было. Нет, тут уже ничего нет. И там ничего нет. А, так, дамы и господа, ваши предположения. От чего этот... Не-не-не-не-не, ненавижу ванные. С сегодняшнего дня возненавижу. Ребят, знаете, если вы ничего не видите, вы особо не парьтесь по этому поводу. Я сам ни хрена не вижу, поэтому мы, скажем так, с вами в абсолютно равных условиях. А куда я хотел сходить? Я хотел сходить... Я так думаю, что нам на первый этаж. Там была одна... Ну, в... Блин, уже закопаливаюсь. Короче, нам сюда, я так думаю.
мало предположений, о чем может быть этот сидит. Только рыпнись. Только дернись, я тебя предупреждаю. Это проклятая комната с телевизором, будь он не ладен. Оу. Так. Батарейки. Кобра. Зашибись. Зашибись, тут целое крыло. Оу. Вдохнем воздуха, так сказать. О, здесь и батарейки. Запомним это. Вороны. Тут нафиг открой дверь. Да я лучше буду потерпать в доме, чем на улице. Господи, за что мне все это? На второй этаж. По-моему, мы перешли в... Ну вот, если... А если считать, что дом он такой, как бы вот, он вот, вот так вот P-образный, то мы сейчас вот были в одной части, а вот это сейчас мы, похоже, перешли во вторую, как бы, часть. И у нас есть еще третья. Боже, тут немерено. Император. Юлий Цезарь. Август. Я знаю, собака, ты тоже за мной следишь. Я знаю это. Ожидаемо. Батарейки. О! Может быть. Не может быть. I put the clown doll in the storeroom at Linda's request. Я убрал клоуна в кладовку. Даже мне кукла показалась жуткой. Чувак, она не то что жуткая. Ее поруби, сжечь и, не знаю, закопать. День 11, ребята. Ох! Ну что, вы готовы? А, собственно, у нас один ключ есть, и мы сразу же, ничего, и батарейки есть, спички есть, мы ничего ждать не будем, мы просто сразу... Фух. И назад. Так, все. В новое крыло. Мы пойдем в новое крыло. Боже, 11-й день, а мы только туда попали. Привет. Ты при свете даже не такой страшный. Но я тебя все равно ненавижу. Ох. Вон он, мать. Так, проверяем. У нас один ключ, который мы взяли здесь. Я уже просто не помню, я только что проверял я эти двери или не проверял я эти двери. Я просто поэтому сразу пришел и, скажем так, еще раз их проверю. Так, все нормально. О! Оу! Оу, так мы же здесь были. Я понял, мы себе оформили нехилый такой, я бы сказал, срез. Да, вот, серьезно, видите? Вот главный вход. Это первое крыло дома, в котором мы были. Прикиньте, мы сейчас вот в этом крыле дома будем шариться. Благо здесь... Благо здесь только два этажа, а не четыре, как здесь. Так, я бы попросил свет, да. Что там? Что... Блин, это... Твою мать, как меня этот куст напугал. А там, кстати, у нас там-то, а там-то у нас 4, ну, раз, два, три, и там вот еще может быть даже 4 по типу мансарды. Ну, как бы мансарды. И идет дождь, зашибись.
Понял, был не прав. Свет. Ты еще... Господи, я уверен, что это... Ну, нахрена я сюда приехал? Ой, простите меня. Блин. Гребаная ты сволочь. Я ненавижу Линду. Я не боюсь! Так. Ключ. Я уверен, что у нас... Да. Бери его! Взял. Отлично. Эти тени, это просто жесть. Это просто издевательство. Закрыто. Тут мы пришли. Закрыто. Закрыто. А, я уже проверял, да. Закрыто. Боже, я уже испугался. Спички взяли. Так, а тут у нас все закрыто. Давайте быстрее беги. Беги из этого дома. Вообще полностью беги. Нафиг, я даже не буду оборачиваться. Так, что у нас? У нас здесь ничего. Ничего хорошего. И у нас один ключ. Так, откуда он? Я слышу, как твои глаза поворачиваются в мою сторону. Собака ты такая. Блин, я трачу батарейки из-за того, что я уже нервничаю и не ту кнопку нажимаю. Вы прикиньте? Я только что просрал одну батарейку. Эпик. Блин, а чего это? А что если... Ребята, мы сейчас по потемкам будем ходить. Мне уже даже свечки пугают. Здесь же тоже были закрытые двери. О! Угол. Угол дал. Ключик. Все же хорошо? А! Шахматы, а? А, о, как удобно. Нормально. Тем не менее, у нас... Отлично, ну шо, зарубимся в шахматы, а? Давай, садимся. Эть! Ну нафиг шахматы, я вам скажу. По правде говоря. На улице идет дождь, на улице поганейшая просто погода. Нет. И у нас новый ключ получается. Быстрее. Никогда бы не хотел. Даже если бы мне такую хату подарили, я бы продал бы, честно, но я бы там не жил бы. Так, назад сразу. Что тут у нас? Что такое? Твою мать! Что ты хочешь от меня? Что тебе надо?
Что? Что происходит? Зашибись. А где ключ? По-моему, у меня просто было головокружение только что. Было просто головокружение, ребята, ничего большего. О, нифига себе, а мы это уже в другом, в том крыле, в котором я говорил, вот это, за поворотом, которое. Да, реально, вон вход. Нифига себе, это занесло. Так. Оба. Ну, здрасте. Если можем, старый клоун вернулся на прежнее место. Линда клялась, что не прикасалась к нему. Я снова убрал его. Господи, что здесь происходит? Я даже знать не хочу, что тут это вообще. Я надеюсь... Я сомневаюсь, что мы Линду вытащим. Но я очень надеюсь на то, что мы хотя бы сами выживем. Ребята, спасибо за внимание. Мы уже почти 2 недели в этом гребаном доме. Это просто эпик какой-то. Я думаю, следующая серия будет интересна, потому что у нас получается 12 и 13 день. Так что, думаю, будет интересно. Спасибо, что вы со мной. Если вам понравилось, поставьте лайк. Не забудьте подписаться, если, конечно, хотите быть в курсе обновлений. И добро пожаловать в группу ВКонтакте. Бесплатные раздачи ключей, информация о халяве, новости из игровой индустрии, много чего интересного. Все есть там. Добро пожаловать. Ссылочка в описании под видео. Удачи вам, ребята, и до новых встреч. Еще увидимся. Пока-пока.